primary concern at this point should be, where do we go from here? A point well taken. Farrar thought furiously. Наконец-то снимаю видео, которое вы просили, которое касается ухода за волосами. Ничего я такого сверхъестественного с волосами не делаю и не делала, но тем не менее я пытаюсь их восстановить, потому что как-то в свое время волосы я очень сильно испортила. Я себе сделала омбре сама, знаете. Примерно начиная вот отсюда, волосы у меня были просто убийственно повреждены. Концы были просто ненормально сухие, ломкие и вообще какая-то катастрофа. В общем, до сих пор я их пытаюсь восстановить. И еще одна моя значимая проблема — это то, что волосы у меня очень пористые по своей структуре. То есть, когда влажная погода, наверное, я уже очень-очень много раз в своих видео жаловалась, просто волосы у меня начинают ужасно пушиться и превращаются в какую-то солому. Но, тем не менее, когда структура пористая, они очень благодатно впитывают все масла, которые я в них очень тщательно втираю каждое утро. Так вот, я поняла все-таки, что самая эффективная вещь, которую можно сделать просто за минимальные какие-то средства, за минимальное вложение денежное, это маски из натуральных продуктов, продукты, которые есть, наверное, практически в каждом доме. И я такие маски пытаюсь сделать, ну, где-то несколько раз в месяц, конечно. Если бы у меня было больше времени, наверное, я бы их делала несколько раз в неделю. Но сейчас, не знаю, радуюсь тем, что я могу себе позволить их хотя бы несколько раз в месяц. А что касается мытья головы, знаете, я мою ее два раза в неделю, голову свою. И раньше, когда у меня волосы были примерно по плечи, я свою голову мыла каждый день, и это был просто какой-то ужас. Вот этот режим, как вы приучите свою голову мыть, так она и будет стираться, скажем так. Потому что я приучила свои волосы всего к двухнедельному мытью, и на самом деле это нормально. Теперь они как бы держат свое состояние вполне адекватно до того момента, как я их буду мыть. А использую я шампуни вообще самые обычные. Я поняла, что касается шампуней, ну, по крайней мере, мне, вот никакой разницы нету, абсолютно никакой разницы, если бы я использовала дорогие шампуни. В частности, просто потрясу сейчас своими бутыльками. Я в свое время как-то купила вот такой шампунь, а он с кокосовым молоком. Да, кокосовое молоко — это просто, это мега вещь, но знаете, в шампуне она вообще никак не работает. Шампунь этот стоил около 15 евро. Я опять с вами. Шампунь просто никакого такого магического эффекта я от него не заметила. Такой же успех, такое же состояние абсолютно моих волос с использованием обычного шампуня, который стоит 3 евро. Этот шампунь с глиной. И, в общем, он для таких волос, у которых сухие концы, но жирные корни. В принципе, наверное, каждый второй человек с такой проблемой. И я не исключение, да. А, в общем, знаете, каждый раз, когда я мою голову, что случается не сильно-то часто, я пользуюсь феном. В этом мой минус, но на самом деле я не могу ждать столько времени, когда мои волосы высохнут, они у меня достаточно длинные. А, вот, и поэтому, да, каждый раз пользуюсь феном. В принципе, волосы у меня прямые от природы, но у меня есть две проблемные пряди, которые просто... Я их ненавижу. Я не знаю, что с ними делать, это вот эти две передние пряди. У меня есть такая ужасная привычка, вы, наверное, заметили, просто я вот так вот очень часто делаю. Просто я не знаю, наверное, скоро буду бить себя по рукам, потому что, во-первых, это их губит, эти пряди, они секутся гораздо больше и хуже, чем, ну, все остальные пряди.
И другая их проблема это то, что две эти пряди это моя бывшая челка. Я ее стригла где-то, наверное, лет 5 назад. И вот до сих пор она не может отрасти. Я уже не знаю, я их просто оставила в покое, я их не стригу, но тем не менее полностью сравнять длину волос и по сей день у меня не получается. Каждый раз, когда я их сушу волосы, я использую вот такую термозащиту. Обычную термозащиту от L'Oréal, но она мне очень понравилась. У нее запах такой, такой интересный запах, как будто какая-то елка. Вот просто такой нейтральный, хороший запах. И не знаю вообще, как происходит на уровне защиты волос, но я точно заметила и точно могу сказать, что когда вы используете утюг, то эффект распрямления волос наступает гораздо быстрее, если бы вы не использовали такое средство. Вот. Ну и в принципе очень гладкие волосы держатся. В общем, эффект гладкости наступает быстрее и длится дольше. Да, я восстанавливала свои волосы после моего недоомбре. Я открыла для себя такую вещь, как несмываемые масла для волос, которые я использую и сейчас, и использую их каждый день. И начала я с L'Oréal. L'Oréal мне не очень понравился. И сейчас я использую вот такую баночку от Gliscor. В общем, это какая-то смесь волос, естественно, для очень-очень сухих волос, очень поврежденных. И она классно питает все волосы. Я в восторге от нее. И удивительно, что ее хватает этой маленькой баночки достаточно на длительное время. Я бы никогда себе в жизни не купила такую штуку, потому что структура у нее очень странная. Я говорю вот об этой банке с кремом, несмываемым кремом от Garnier с авокадо для очень сухих волос. Все беру для сухих волос, да. Мне ее дали на работе, потому что у нас один меценат, это, в общем, наш меценат это Garnier. И кто-то оставил эту банку на работе. Мне сказали: «О, Мария, не хочешь взять?» Я сказала: «Да, чего бы нет, я возьму». И, в общем, начала я мазаться, волосы свои мазать вот этим гарниером с таким достаточно недоверием, потому что, в принципе, у нее структура, как у обычного, в смысле, консистенция вот этой банки, содержимого банки, она как у обычного бальзама для волос. А я, в принципе, перестала использовать бальзамы для волос, потому что они никакого эффекта мне вообще не давали. На самом-то деле, эта штука работает, и работает она еще даже получше, чем масла гарниеровские, глискуровские и лореалевские. Просто какой-то магический эффект от нее, она впитывается, и она очень быстро впитывается. То есть вот этот крем, его волосы просто его взахлеб едят. Не знаю, они после него настолько сытые, такие очень влажные, ну не влажные, в общем, они очень хорошей такой структуры просто, и на них приятно смотреть, их приятно трогать. И вот этим маслом, ну не маслом, вот этим кремом я пользуюсь абсолютно каждый день. То есть я покрываю волосы примерно начиная вот отсюда, потому что если нет, то корни будут слишком жирные. А когда я голову только вымыла и высушила, обычно на концы, исключительно на концы, я сейчас наношу вот это масло. То есть у меня вот эти вот два предмета, они дополняют друг друга. Что касается моих вредных привычек для волос, знаете, я не могу просто прожить без лака для волос. Я тоже приучила свои волосы к нему. И, наверное, всю сознательную жизнь я использовала только одну марку, только один лак, это Сьос, самой-самой сильной фиксации. Но, знаете, я его наношу только на корни. То есть я делаю себе такой небольшой-небольшой начес, то есть просто вот чуть-чуть у основания головы, и я фиксирую лаком то, что я сделала. Во-первых, таким образом у меня не слишком пушатся волосы у корней. Во-вторых, я отодвигаю таким образом вот этот вот момент, когда волосы становятся жирными. То есть лак, он высушивает волосы. Но при этом я никогда не ношу лак на всю длину и на концы, потому что все-таки он сушит волосы. И здесь главное знать меру и не переборщить. Что касается утюга, ну да, я им иногда пользуюсь, и я в основном использую его для того, чтобы просто вот эти вот две проблемные пряди распрямить. А так, в принципе, знаете, никаких таких сверх-мега штук, что касается парикмахерских, либо какого-то кератинового распрямления, либо восстановления волос в
салонах я никогда не делала, может быть, надо попробовать, но сейчас мне просто, мне не хочется тратить деньги на то, что я, в принципе, могу сама организовать у себя дома. Просто маски, какие-то вот эти вот ежедневные, поэтапные, забота о волосах, она все равно через месяц, через два дает о себе знать, и, знаете, не рассчитывайте на такой мгновенный эффект, потому что, как правило, он недолговечен, и иногда он может просто попросту еще усугубить состояние ваших волос, как очень часто бывает с кератиновым выпрямлением. Надеюсь, я все рассказала, все, что знала, рассказала, и такие вот дела. И большое спасибо всем, кстати говоря, кто писал мне в комментариях по поводу того, как избежать вот этой вот влажности, как бороться с влажностью, чтобы волосы у вас не сильно реагировали. Я, наверное, обязательно попробую все эти марки, потому что все-таки интересно. Все начинаешь открывать для себя, как вы свои волосы можно порадовать. Вот.